Вітаю тебе, Олександро, і вітання усім глядачам. Отже, наразі лайв-студія починається. Загроза фальсифікації виборів в Одеській області. Про це за кілька хвилин. Далі. Тим часом медичний університет в Одесі можуть закрити через недотримання правил пожежної безпеки. Це буде у фокусі уваги о 17:20. І о 18:00 про дорогі дороги Одеси та області. А о 19:00 на вас очікує топ-гість лайв-студії Катрина Ножемнікова, голова благодійного фонду «Корпорація Монстрів». А зараз про таке. Центр міста, зокрема Приморський бульвар і Дерибасівську вулицю, заполонила сумнівна комерція. Продовжується експлуатація тварин і птахів, а сміттєві урни переповнені залишками життєдіяльності як містян, так і туристів. Отже, чому так складається і хто відповідальний за таку ситуацію, будемо розпитувати в експерта з житлово-комунального господарства. Олексій Асауленко завітав до нашої студії. Я рада вітати. Доброго дня. Отже, можна констатувати, що центр міста поступово перетворюється у такий атракціон сумнівного характеру. І одне питання щодо дійсної якості того, що ми пропонуємо тим, хто хоче побачити Одесу, її центр, вечірню Одесу. А друге питання, чи отримує щось бюджет міста з цих всіх атракціонів? Именно об этом я и написал у себя в посте по поводу ситуации в городе. Наверное, телезрители знают, что у меня есть такое хобби. Я описываю аппаратные совещания, которые проходят в горсовете по понедельникам. Я так пишу, чтобы было понятно и чтобы много времени не тратить. И мне недавно на глаза попалось описание такой аппараточки годичной давности. И, как оказалось, год назад были те же самые проблемы. Под копирочку, и что нужно с уличной торговлей бороться, и мусор нужно вывозить. Еще одна проблема была, понималась, вот почему я вспомнил, год назад говорили о том, что Дюковский парк нужно приводить в порядок. И я, вы знаете, так удивился, поэтому в последнюю субботу, пару дней назад, попал в центр города и обнаружил, что, в общем-то, ничего кардинально не поменялось. То есть, если какие-то торговые точки сместились, может быть, с самой Дерибасовской, потому что сейчас там поставили очень много камер, и действительно там муниципальная безопасность, я так понимаю, что она, во всяком случае, видит эти нарушения. Торговля переместилась. Всю неделю, я уверен, что одесситы читали о том, что идет борьба с мучителями животных. И задерживают, и штрафы накладывают, и забирают, передают животных в зоопарк. Все это существует, в общем-то, в темное время суток. Там же на Приморском бульваре и Оперной. И уборка мусора. Уже вы понимаете, сколько говорено и на аппаратных совещаниях, и сколько раз мэр говорил о том, что необходимо организовать это, чтобы туристы и гости города, в общем-то, не сталкивались с этими проблемами. На данный момент эта проблема не решена. Я понимаю, что в чем заключается сложность. Она заключается в том, что, конечно же, существует рабочий день, и те люди, которые вынуждены будут обслуживать, в общем-то, эти направления, их нужно переводить в ночные смены, давать им отдохнуть, и все это по КЗОТу, в общем-то, не так просто, как, конечно, можно же себе представить. Но последнее время уже, наверное, несколько лет стало очевидным, что если в вечернее время в городе и ночью не наладить такую уборку и контроль муниципальной безопасности, то порядка там не будет. Почему об этом говорится только в конце туристического сезона, наверное, вопросы эти больше к мэру, потому что, наверное, от него зависят такие волевые решения. Мы не раз видели, что если действительно берется что-то на контроль, оно максимально старается все-таки выполняться. Тут же это просто какие-то заявления, которые делаются в пустоту, рассчитываются на то, что просто какие-то одесситы, гости города услышат, что вот у нас идет борьба. По факту же, к сожалению, этого не происходит. Ви знаєте, ви сказали, що у темний час доби. Хочу додати, що не лише у темний час доби, тому що на власні очі я переконалася, як великого удава на Приморському бульварі експлуатують так гарно, м'яко кажучи, в лапках, його розклавши, можна з ним сфотографуватися, і це там заволікають до якогось закладу зайти, але питання в тому, чи має це бути на Приморському бульварі, великий удав сфотографується. Ну, понятно, що цивілізовані люди вважають, що, мабуть, не потрібно. А ті люди, які отримують від цього прибуль, в общем-то, знаходясь в якомусь діалогі з тими, хто має з цим боротися, мабуть. Так, їм же, значить, допомагають. Нас же ніхто, наверняка, не думає, що це все-таки какая-то благотворительность, и просто случайно кто-то просочился и занимается коммерцией, и об этом никто не знает. Конечно же, сейчас говорится о том, что конкретно это направление должна контролировать полиция, И это неинтересно, на уровне участковых это спустили, а, естественно, на уровне участковых это все упирается в то, что какая-то там разовая прибыль приходит, если поставлена на поток, то регулярно, но смысл не меняется. То есть люди платят и работают. И проводятся так званые рейды, але чомусь про них все знают. Да, вот я помню, как в прошлом году на аппаратном совещании говорилось о том, что как только муниципальные службы с районными администрациями выходят на какие-то рейды, их сразу предупреждают и намекали на то, что слив информации идет со стороны полиции. Ну, с этой стороны можно, конечно, сказать, что сама полиция говорит о том, что с горсовета есть, уши торчат тоже немножко там, участие. Поэтому тут идет какой-то такой момент, который я считаю, что нужно решать. Каким образом? Вот эти самые аппаратные совещания, которые проходят, непосредственно приглашать представителей всех служб, которые могут бороться с этой проблемой, обсуждать, выходить на рейды, нерегулярные, для того, чтобы действительно постараться решить эту проблему. А просто говорить об этом, ну, безапелляционно, что это серьезная проблема, вот мы стараемся, прилагаем все усилия. Но, к сожалению, просто никто не пугается таких пустых заявлений. І виникає питання, до чого у місті існує муніципальна варта, якщо вона нічого не вартує, і до того ж в неї немає чи повноважень, немає чи бажання, так, а навіщо ми сплачуємо, так, і зарплату співробітникам? Да, ці питання виникають з учетом того, що ми бачимо, що в прибережній зоні з'являються пункти такі муніципальні, які, да, шлагбауми, якісь, ну, не знаю, як насчет охорони, але щось, в общем-то, присутствие муніципальної безпеки безопасности вдоль всего побережья, оно есть. Почему в муниципальной безопасности нет во многих парках Одессы? Почему их нет каких-то стационарных постов и постоянного серьезного патрулирования улиц? Вот это вопрос. Я думаю, что это было бы для города полезно. Почему этого не происходит? Ну, потому что, наверное, это не сильно в интересах, на этом нельзя как-то заработать. Хотя, я думаю, что если бы это было направлено в правильное русло и организовано не только для сбора денег в приморской зоне, в прибрежной, то, наверное, можно было бы увидеть какие-то результаты. Лишним какое-то патрулирование и обеспечивание безопасности в центре города точно не было. І щодо сміття, ну, дійсно, його дуже багато. Ну, з одного боку, добре, що приїжджають туристи, але, ну, так чи інакше, сміття багато. Треба його увозити, якось налагоджувати цілодобову роботу комунальних служб, чи розширювати мережу, там, урни, підземні сміттєві баки, чи як? Ну, зараз заявляється о том, що вивоз мусора производится 2 раза в день, это утром, и там порядка там, в 3 или в 4 часа дня. И абсолютно становится понятно, что в исторической части города, в туристической, там, где, в общем-то, курсируют туристы и гости нашего города, то этого недостаточно. Есть ли желание у департамента городского хозяйства решить эту проблему? Ну, мне бы хотелось, чтобы оно появилось, потому что, насколько я знаю, очень многие люди, приезжая в Одессу, в город выбираются именно вечером. И не хотелось бы, чтобы именно вот этот вечерний хаос, завалы мусорные, завалы, вот эта вот несанкционированная какая-то торговля, вот это мучение животных, чтобы они производили впечатление на гостей нашего города. Необходимо организовать ночные смены служб, которые занимаются этими вопросами, для того, чтобы они этим занимались, и для того, чтобы ситуация была, ну, знаете, простым языком, чтобы нам не было стыдно за наш город. Так, дійсно, це так і є. Я дякую вам за небайдужість, за те, що завітали до нашої студії. Наразі вас відпускаємо. Це був експерт у галузі житлово-комунального господарства Олексій Асауленко. Про те, що продовжується відбуватися у центрі міста, особливо ввечері, де збираються купи сміття, продовжується експлуатація тварин і птахів і сумнівна комерція. У сусідній студії готується до свого ефіру моя колега Олена Гротарій. І я хочу поцікавитися твоєї думки, Лено, як давно була в центрі міста? Вітаю. Я живу в центрі міста і не була в центрі года 2. Ну, особливо Дерибасівська. Обично я туди, ну, прихожу, когда ко мне приезжают гости. В этом году гостей меньше в связи с карантином, но я думаю, что за 2 года ничего на Дерибасовской не изменилось, и контактный зоопарк, который у нас там существует уже десятилетия, он также и продолжает, и все лошадки, и которые там были, и ослики в том числе. Ну, виходить так, що ми позиціонуємо себе як культурна, туристична столиця України, а на цьому шляху до такої європеїзації. Чи дійсно Одеса просувається, європейське місто? Якщо до нас приїжджають, на якого туриста розраховані ось ці всі атракції і взагалі стан центру міста у високий туристичний сезон? Но я тебе могу сказать, что еще лет 10 назад, когда я была в Венеции, там очень строго было с кормлением голубей. Если раньше, помнишь, было куча фотографий таких, да, с голубями большим количеством, то там запретили именно потому, что голуби портили исторический центр Венеции, скажем так. Но я считаю, что, безусловно, пока мы будем рассчитывать на такого дешевого туриста, не хочется обидеть никого, но пока мы будем заманивать туриста лошадками, и осликами, и птичками, и шиншиллами, и енотами, для этого есть зоопарк, где должны в специальном отведенном месте находиться животные. Я думаю, что, безусловно, нам нужно это менять. И я не знаю, знаешь ли ты, но буквально 2 недели назад Киевский горсовет как раз поднял вопрос по поводу в Киеве такой же ситуации, о том, что будет большой штраф за использование животных при фотографиях и всем остальном. Я не знаю, как там проголосовали депутаты, но я видела о том, что они поднимали тоже эту тему. Ну так, було б бажання, то все ж якби навести лад у центрі міста, то, я думаю, імідж Одеси від цього тільки покращився б. Лєно, скажи, будь ласка, що буде у фокусі уваги твого ефіру, чому зацікавилася своєю темою? Ну, скоро у нас вибори, і мы будем сегодня обсуждать тему, которая у нас каждые выборы поднимается. Эта тема не новая, это угроза фальсификации выборов и как раз массовая прописка. И ты знаешь о том, когда у нас выборы были в 2015 году, о том, как у нас по 400 человек были прописаны в одной квартире. Ситуация такая же, только в Одесской области. И в начале августа ИЦИК обращался в полицию с данным вопросом. Но в этом году избирательный кодекс предусматривает такую, скажем, перерегистрацию. И сегодня мы будем обсуждать это с гостем в нашей студии. И, безусловно, мы поговорим об этом и с главой областной